20 минут о красивой жизни, ярких событиях и симпатичных людях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Финал проекта только начался, а они уже все до одной царицы. А все потому, что организаторы ввели традицию величать участниц именно так. У нас появилась очень прекрасная традиция в рамках проекта. Она пришла к нам из города Сочи. Все участницы, которые вошли в проект, официально называются царицами. И обращение в проекте к ним только идет царица. В этом году мы сделали упор на танцевальное направление. В каждом городе были отдельные танцевальные вечеринки, что действительно очень понравилось нашим царицам. Танцев в тот вечер было так много, что хватило и зрителям, которые с удовольствием приняли участие в интерактивном перформансе. С момента первого проекта его география существенно расширилась. В этом году на сцену вышли красавицы из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени. Мы сейчас и ведем себя как царицы. Дело в том, что царицы – это не просто повелевают. У вас должна быть осанка, вы должны красиво говорить, вы должны всегда вести себя как царица и непременно передавать это дальнейшему поколению. У меня появились замечательные друзья, надежные друзья. И столько открылось у нас возможностей дополнительных. Я научилась говорить «нет» некоторым людям. Да, я стала гораздо смелее. Я просто изменилась как личность внутренне. Захотела жить ради себя, ради семьи, ради близких, ложить на второй план работы. Я снова достала каблуки, я снова стала девочкой. Я чувствую себя царицей на все 100%. За 2 месяца подготовки дамы открыли в себе новые таланты и обрели навыки в различных направлениях. От живописи и психологии до верховой езды и ранее упомянутых танцев, что позволило им измениться и внешне, и внутренне. Кто-то назовет это харизмой, кто-то внутренним обаянием, но это видно, когда человек выходит и он получает радость от самого процесса. Он дарит эту любовь и этот свет залу, и это, безусловно, сразу его резко выделяет из остальных конкурсанток и дает ему шансы на победу. Что я могла бы отличить сразу в девушках, это то, что они стали более грациозны, они стали более уверены в себе. Они идут навстречу своей новой жизни, они идут навстречу своим целям, и у них это обязательно все получится, и они уже на верном пути. Царица Урала, кто это? Это истинная леди, это хорошие манеры, это грамотная речь. Это способность переживать трудности с высоко поднятой головой. Она помнит и про себя, и про свою семью. Умеет достойно общаться с другими людьми, в частности, женским кругом общения. Самоуверенной однозначно должна быть. Она должна быть целеустремленной, коммуникабельной. Нужен стержень. У нас на Урале у нас суровый город. Ну, обаяние, доброта. В числе зрителей в основном родные и близкие люди. Особо тепло в этот вечер приветствовали мам, которые и выступали на сцене, и присутствовали в зале. Я и моя семья очень активные и жизнерадостные люди, любим движение. И участие в проектах приносит активность. В данное время участвует моя мама. Я болею за нее. Несмотря на то, что корона оказалась у каждой из участниц, победительницу проекта жюри выбрало только одну. Когда ты над собой работаешь, это доставляет большое удовольствие. Ты понимаешь, что жизнь на этом не закончилась и еще как не закончилась. Моя жизнь развернулась практически на 180 градусов. Это здорово, это круто. Кстати, в следующем году по задумке организаторов будут участвовать представительницы уже 35 городов России. Заявку на участие можно оставить в группе проекта. Чтобы оставаться молодым, ухоженным и подтянутым, совсем не обязательно тратить много времени и испытывать боль и дискомфорт. Современные инновационные методики позволяют добиться определенных результатов практически безболезненно и довольно быстро. Одну из аппаратных методик сегодня представляют наши эксперты. Ухоженную внешность характеризует несколько параметров. Помимо отсутствия морщин, это четкий овал лица, красивый рельеф и здоровый цвет. На последнем остановимся подробнее. О том, что такое купероз, как он портит жизнь и как с ним бороться, рассказывает врач-косметолог Екатерина Александровна Козель.
Первые признаки купероза – это когда вот женщины приходят, и мужчины, с жалобами на то, что у меня вот на холоде краснеет лицо пятнами, вокруг крыльев носа появляются пятна, при малейшем раздражении опять же эти красные пятна. Это вот как раз говорит о том, что скоро на этом месте появятся вот эти сосудики. Процедура лазерная. Мы будем работать по контактному ультразвуковому гелю. В этом случае мы выберем процедуру лазерная коагуляция, лазерное склерозирование сосудиков. Вот она будет процедурой выбора. Она проходит быстро, достаточно безболезненно. Насадки все охлаждаются, гель ультразвуковой смягчает и кожу и не дает появления поверхностных ожогов. И наш лазер не оставляет следов, никакой реабилитации не требуется. Пациент может идти сразу на работу или продолжать обычный свой активный образ жизни. Инновационное лазерное оборудование позволяет индивидуально выставлять необходимые параметры для того, чтобы процедура была более эффективной и менее болезненной. Большое количество выстрелов на один сосуд нашим лазером делать не нужно, достаточно 1-2 выстрелов. Сосудики после процедуры могут либо исчезнуть сразу же, либо могут потемнеть, и они в течение недели самостоятельно исчезают, то есть становятся уже невидимыми. Купероз, хоть с ним и работает врач-косметолог, проблема не только эстетическая. Покраснение на крыльях носа – повод посетить сосудистого хирурга. Если у человека есть купероз, то нужно обратиться за консультацией к сосудистому хирургу, потому как слабость сосудистой стенки, она не только на лице. Нужно следить за состоянием сосудов, за здоровьем сосудов и вовремя заниматься ими. Поэтому это очень важно и очень ответственно. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. По-настоящему красивая девушка – это та, которая в любых обстоятельствах найдет возможность выглядеть хорошо, красиво, стильно, эффектно, вне зависимости от того, что она на самом деле при этом испытывает. Таких героинь в нашей жизни немного, а потому они заслуживают отдельного внимания. Этот российский бренд декоративной косметики – результат коллаборации химиков и мастеров макияжа. Премьеры этого сезона презентовала в Челябинске топ-визажист Валерия Филиппова. Я всегда честно говорю о продуктах, и когда я пробую, вижу результат, и насколько, опять-таки повторюсь, с любовью это сделано от упаковочки, от этикеточки, от всего остального, и настолько подходит не только визажистам-профессионалам, но и обывателям. Этот бренд эксклюзивен, во-первых, с гордостью то, что он русский, второе то, что он создается и производится именно в России, в Подмосковье, в своей лаборатории, создается сумасшедшими, талантливыми людьми, которые именно создают очень правильные ингредиенты. Среди участников мастер-класса только профессионалы, те, кто тестирует продукты задолго до появления их в магазинах. Сегодня представляются продукты, которые до этого в магазинах нельзя было приобрести, и я их еще не видела в работе. Много нового для себя открыла, какие-то продукты, с которыми я раньше не пользовалась, да, и какие-то бренды, которые, ну, казались бы такие, скажем так, не слишком престижные, да, но мы на них посмотрели, может быть, с другой стороны. Продукты, которые сочетают в себе очень хорошие уходовые качества, и в то же время в работе визажиста просто незаменим.
Российский рынок бьюти-индустрии в последнее время представляет нам по-настоящему качественные продукты, которые составляют достойную конкуренцию знаменитым косметическим брендам с мировой историей. Концептуальный гардероб. Так мы решили назвать частную коллекцию одежды и аксессуаров, где все предметы соответствуют тенденциям и отражают индивидуальность. Концептуальному гардеробу сегодня посвящена модная тема. Несмотря на то, что сезонность в моде скоро отменят, поскольку летом уже давно носят меха, а зимой сарафаны, в нашем полном контрасте в регионе все же разделяют гардероб на легкий и теплый. Говоря о последнем, обязательно возникает тема верхней одежды. Если раньше мы относились к шубам как к элементу роскоши, то сейчас мы на них смотрим гораздо проще. Шуба в этом сезоне может быть как натуральная, так и искусственная, может быть в сочетании нескольких фактур меха, крашенная однотонная, являться полотном для картин, для комиксов. Подбирайте шубу, которая будет продолжением вашего гардероба и впишется логически в ваш гардероб. Любовь к пальто характеризует изысканного модника. А чтобы не быть слишком чопорным, пальто должно быть слишком стильным. Мы не ограничены в одном силуэте. Сейчас мы наблюдаем и оверсайз, он еще не ушел у нас из жизни, но уже приталенные силуэты, они больше начинают доминировать в настоящей моде. Если раньше же опять мы смотрим, сравниваем пальто длинное, относилось к разряду вечерней моды, то сейчас оно плавно перетекло в спортивный стиль. Говоря о модных силуэтах, нельзя не упомянуть любимый в последние сезоны бомбер, как в классическом виде, так и в различных модификациях. Бомбер – это укороченная куртка на молнии с акцентами на рукавах и на линии талии. В этом сезоне мы наблюдаем целый ряд бомберов из меха, из неопренов, из трикотажа. А как вечерний вариант мы можем рассмотреть шелковый бомбер, также с акцентами на горловину, с акцентами на нашивки блестящие. Мы можем также бомбер использовать как с брюками, с юбками. Ну, в нашем варианте это с кружевным платьем. Подклад в верхней одежде – это не только техническая необходимость, но и повод для дизайнерских экспериментов. Подкладом на верхней одежде достаточно интересно работать. Подкладка может быть как однотонная в цвет. Возможно, смешать все цвета, которые есть в верхнем изделии. Там можно поработать именно с нашивками, с наклейками внутри подклада, для того, чтобы внутренняя часть была еще интереснее, чем внешняя. Кстати, концептуальный гардероб – не просто набор модных предметов. Это прежде всего правильное сочетание их между собой. Ну и соответствие вкусу яркой личности. Тысячи модных идей для ярких праздников и стильных будней от креативной команды VIP-ателье «Модный дом Я». Всегда рады видеть вас на Пушкина, 32. «Камзол» – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63.
Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Сони Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Безграничное воображение и только актуальные образы. Свою новую коллекцию работ представили топ-стилисты из Петербурга. В этом году для профессионалов парикмахерского дела организаторы устроили настоящее бьюти-шоу. Впервые в Челябинске мы решили, что мастер-класса не будет. Мы решили, что парикмахеры, которые придут к нам на вечер, они увидят чистую эмоцию и модный показ, который включает в себя модные новинки, которые их заинтересуют. Стилисты отразили в своей коллекции последние тренды этого сезона. Актуальные направления были представлены и в подиумных образах, и в повседневных вариантах. Мы представляем новые, абсолютно новые направления. Это объемы, большие объемы, стрижки пикси, короткие, женские яркие образы. Очень интересно будет посмотреть на образы для женщин возрастных. Естественно, мы увидим очень много мужских работ. Мужские работы яркие, сочные и повседневные в том числе. Сейчас, в данный момент, мы немножко уходим от большой длины в сторону коротких стрижек. Очень хочется начать Челябинск красить в яркие оттенки. Мне, как мастеру, хочется, чтобы люди перестали бояться ярких окрашиваний. Нет, это не обязательно радуга на голове, но какие-то яркие моменты должны быть. В этой коллекции мы выбрали самые яркие оттенки, которые вы только можете себе вообразить, и предложили их для наших молодых моделей и даже для взрослых. И мне кажется, что этот тренд сейчас очень актуален. Почему цвет? Да потому что цвет всему голова. Потому что какая голова, такое настроение. Название шоу «Imagine», что означает «представить, вообразить». Границы воображения для творческих людей не установлены. Для них этот вечер стал настоящим праздником идей и нового опыта. Мы хотим своей работой показать, что для нас, мастеров, реально все. И границ никаких нет. Самое главное – верить в свою голову, в руки и доверять своему сердцу. Ну и, конечно, доверять своим клиентам, которые точно знают, как они хотят поменяться в этом сезоне. Мы постарались в этом показе охватить как можно большую аудиторию для того, чтобы показать. Каждому человеку можно предложить что-то эксклюзивное и индивидуальное. Как однажды произнес Пабло Пикассо, все, что мы можем вообразить, реально. Именно эта идея легла в основу творческой концепции «Эстель». Все представленные образы стилисты и парикмахеры предложат своим клиентам в будущем сезоне. А пока у мастеров есть время, чтобы переосмыслить увиденное в контексте своего города, салона, индивидуальных вкусов и предпочтений своих клиентов. Все сюжеты Beauty Time смотрите на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта. Модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.